привет, вы на канале Алекс и Николь. Мы приехали в Динскую поздравлять Олю с 35-летием. Юху, какое подарище мы ей приготовили. Сидеть, смотрю, будем за столом на улице. Это радует в 38 градусов-то. Выкидывай сигарету. Это матрешка. Привет. Я в тебя обнял, мы обнимемся. Здорово. Ой, какая-то собачка новая, я такую не видела еще. А где Балу? А вон Балу в тенечке. Балу, привет. Привет, Балу. Вот он, Балушечка. У нас мастер-класс. Да? О, шашлычок. Супер, почти готов уже. Самый главный ожидатель шашлыка. Салатик греческий тут у нас. Здесь у нас японцы приехали. Японцы. Где-то у нас Чингачгук какой-то вон ходит. Так, тут у нас столик такой собирается. Снимаешь? Уже снимаешь. Правильно. Уржао! Или как у вас? Нет. Не понимаешь? Чингачгук тут что-то принес свое собственное приготовление. Металлолом. Там динозавра забил, наверное. Эти вискарь несут уже у нас. Тут у нас фотосессия. Здесь у нас Гавайи. Дорогие гости, собирайтесь пофотографироваться и после чего... Ух, как он кипиш! В общем, жена у меня одна, я надеюсь, навсегда. Вот. Я ее очень люблю, мне для нее ничего не жалко. Я готов всегда ее поддержать во всех ее начинаниях. Хотел бы в ее 25-летний юбилей пожелать ей здоровья, долголетия, счастья и всего, что она хотела бы себе сама пожелать. Почему 25-летие? Потому что на весах фитнес-клуба она стала, и ее биологический возраст тела показал 25 лет. И 25 лет. Поэтому 25. Вот. Паспорт набрал. Спасибо. Давай. За это и поднимем бокалы. Дорогие гости, мне очень приятно, что вы все сегодня здесь. Я рада каждому из вас. И еще скажу вам сегодня много добрых слов. Особенно благодарна моему брату, который завтра улетает жить в другую страну. Вот. Так что давайте сегодня хорошо отпразднуем. Да, проведем, проводим, отпразднуем. Расслабься только сейчас. Все эти заморочки пока отпусти. Все решится, все будет хорошо. Всем рада. Все, начинаем. Ура! Хочу поздравить мою дочь стихами. Вот тебе уж 35. На диван отдыхать. Только как же отдыхать? Надо Рому покачать, а потом придет Вадим, он не будет спать один. Надо дома прибирать, а потом еще стирать, и на маникюр успеть, и на йоге повисеть. Тебе всего лишь 35, ты красива и стройна, с мужем сына родила, и муж умен, силен, как бог. В него прекрасный твой сынок, твоя надежда и опора. Так продолжай и в 35 с
свои картины рисовать, и мастер-классы проводить, прекрасный дом свой возводить, и мужа своего любить, беречь и иногда щадить, чтобы хватало сил на все, на то, что хочется еще. При всем себя не забывай, хой, лелей и развивай, ведь в эту жизнь пришла ты, чтоб пройти какой-то здесь урок. Так проходи его красиво, великолепно телом будь на диво, душой возвышена, светла, чтобы от твоего тепла всем только лучше становилось. Так что такое 35? О, можно многое начать, того, что раньше не успела. Самое время начинать, свой бизнес можно развивать, и Роме многое давать, и с мужем ездить отдыхать, к родным на Кипр заезжать, и еще многое успеть, если только захотеть. И я желаю в 35 никогда не унывать, пораньше утречком вставать, счастье в жизни создавать своим прекрасным появлением. Я предлагаю выпить за мою дочь, которой не пойму, то ли 35, то ли 25 лет. Постараюсь, да, я по-простому поздравлю. И от этого мой сон не будет менее истинным. Я хочу, чтобы ты оставалась такой же молодой, задорной, чуть не радостной. Когда тебе было 25, и чтобы на Роме ты не останавливалась с Владиком, чтобы мы еще и няньку понянчили с бабушкой. Всего тебе хорошего, здоровья и счастья. И чтобы муж тебя всегда любил, уважал до самой-самой старости. У тебя есть муж? Спасибо. Спасибо за... Ждемся. Задам вопрос, да? Не-не, это не так. Что-то говорите про эту страну. Там холодно. Страна лягушек. Финляндия, верно. И можно угадавшего аплодировать. Не воспринимать. Я, кстати, тоже... Финляндии делают специальные подземные, роют им каналы, чтобы их не давили по дорогам. Это уже тонкости. Оказывается, вот как, да? Следующая страна. Пионеры там до сих пор есть. Да. Советский Союз. Нет, пионеры где у нас? Ой, это комсомол. Нет. Самая странная кухня у них. Рыбный соус этот тухлый. Вьетнам. Том-ям. Япония. Нет. Не тухлый. Нет, это фобо. Примерно в той стороне. Я не знаю. Это единственная нация, которая я все животные, все слушай, наконец-то нас работа отпустила. Моя работа сидит рядом и периодически меня дергает. Поехали. Нет, мы очень рады, что мы к вам приехали. Наконец-то познакомились со всеми твоими гостями замечательными, с кем еще не были знакомы. Да, вот я сегодня за столом только узнала, что вы кумовья. Да, уже да. Вчера же назад, да. Что касается конкурса, можно? Я хочу, чтобы пожелать каждому побывать в каждой стране, которую мы отправим. Каждому. Прям, чтобы все прочувствовали, что такое путешествие. Оле желаю от нас, наверное, самого дорогого, что есть в этой жизни, ценить каждый день, быть счастливой каждый день, находить в каждой мелочи, даже если чем-то недовольна, все равно находить большие плюсы. И быть счастливой, спасибо, любимой, и чтоб тебя твои мальчишки обожали. Спасибо! Спасибо за красивые слова. Ура! Ура! Но повторюсь, то, что я тебе уже говорил. Гармония, чувак, гармония, терпение. У тебя все есть. Муж замечательный, ребенок, все у вас есть. А ты микрофон говоришь.
На всю Динскую говори громко. Я не забываю, что мой юбилей 35 лет, вы с Вадимом приезжали специально. Он из Краснодара, ты из Питера. Приезжали ко мне на юбилей. Очень приятно. И мы тоже здесь. С юбилеем, с днем рождения. Спасибо. И под песню Ваня поздравляем именинницу еще. Свого серденька, а воно палке, як жар. Можно танцевать. Нічняка місяча не збирає. Хоч на хвилиночку май. Вийди, кохана, я працею з морена, хоч на хвилиночку thank you.
Я тут тоже вот стою. Определитесь, что нужно. Давай, дорогая, тебя с днем рождения. Я сейчас подойду тебя обнимать и целовать. Спасибо. Пустые зеркала, ищу некрасивых.
Утро не придет, сердцу не помочь. Каждый новый день застрял день от нашей любви. Пустые зеркала, ищу в них отражения. Слышу, но давно ушла, и в мире истекла, ищу любви спасения. Слышишь, командира, несли с пробитой головой, я молодого командира несли с пробитой головой. Но потом вылечили. Это чай предлагают. Так, вы не хватает. Вот не туда. Где Ваня? Лен. Лен, где Ваня? Лена, это она. Да подожди меня там. Верно. Да? Да. Не, на самом деле, когда мы с Олей познакомились, когда я приезжала в Белгород, мне казалось, эта дама такая... с такой короной на голове. Чуфа, да, вот. Ей так хотелось ее поправить. Ну ладно, я не буду туда встревать. А тут Оля как-то к нам приезжает. В Сочи с Вадимом. Мы тут разговорились. Вадим поправил. Мы тут разговорились. Нет, оказалось, что на самом деле первое впечатление о человеке совершенно кардинальное, совершенно иное, нежели когда ты общаешься с человеком. То есть первая картинка, первый фантик оказался обманчив. И я очень рада, что все-таки эта конфетка вскрылась. Хоть и не получила поцелуй. Так что, да, мы потом очень много смеялись. Оля там пела песни. В общем, очень много всего смешного было. Так что я очень рада, что мы все-таки познакомились. Спасибо, Олеся. Почему я с Олей познакомился? Я почему? Захожу в магазин в шортах, на отдыхе, босиком, стою в очереди, и стоят две девчонки, они прям выделяются, так стоят в сторонке, и вот так вот они стоят, они смотрят на витрину вот так, не опуская носа, нос вот так вот к потолку, типа, мы вот тут приземлились, сейчас мы ненадолго, и отсюда упорхнем, мы не здесь, мы не с этого места.
Потом я через некоторое время узнаю. А ты сказал самое главное, что ты босиком зашел? Да, я сказал, босиком, в шортах, все как положено, с бородой не бритый. У меня мысль такая, да, местный. Да, вот это я узнаю через несколько, опять же, месяц, когда мы разговариваем, чтобы все не поняли. Да им так и быстро какая-то зашла. Но у нас вот свой кусочек. Да и дальше. Не читалось, на взгляде. Я вообще просто попробую кусочек. Спасибо за ваши истории. Так подождите, остальных что, не знаем, что ли? Остальных это, распусти, я вот попытаюсь. Пусть другие рассказывают. Они хотят. Ой, скоро не будет Мадагаскара, чую. Ой, не будет. Кто в какую страну выбирает, отковыривает и едет. Ты меня не бойся, о! Я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. На горе стоял казак, и надо словами поддерживать. Немного, не вру ей Богу, скажи, Серега. И если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавка, заботочки. Но это были ещё цветочки. Потом скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошёл до точки. Еду. Не держи, ради Бога, не я. По гусарскому звонкому следу, оседлав вороного коня, будут дамы глядеть из окошек в занавески стыдливо дышать. Будет снегом мундир припорошен, будет снегом мундир припорошен, будет холод один блеск балашон. Я уеду, уеду, уеду. И мундир голубой, чем глаза твои синего цвета. Как смогу я остаться с тобой? Конь копытами бьет землю, ни тебе, ни себе не совру. Так скажите, зачем же я медлю? Так скажите, зачем же я медлю? И целую тебя на ветру. Дубль два, все, стираем. Стерли. Скорый поезд домчится, полетит домой, как птица, полечу, как птица я. Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов, демобилизация. Забралов, сундуков и генералов, демобилизация. Я приеду к тебе вскоре, будет спать спокойно кора в кленах и акациях. Я прижмусь к тебе щекой, ты смахнешь слезу рукою, демобилизация. Я прижмусь к тебе щекою, слезу рукою, демобилизация. И пройдемся по дому.
солнце под луною, рядом с гущей женою, каблучками цокая. Не боясь за то в награду получить виток наряду, демобилизация. Не боясь за то в награду получить виток наряду, демобилизация. Скорый поезд помучиться, прилетел домой как птица, прилетел как птица я. Снял погоны и петлицы и уже успел напиться, демобилизация. Снял погоны и петлицы и уже успел напиться, демобилизация. Такой этот хор. Сейчас еще здесь дела у нас дома. Да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало-мало. Да и просто хотелось пожить. А не спеши ты нам в спину стрелять. А это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть, а лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть, а не спеши закрыть нам глаза. А мы так любим все темноту, а по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на ногах. А по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на ногах. А не считай победы парня, а если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит меня, если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит меня? Нас еще здесь дела, у нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить. А давайте кукушку, Соя.